Дорогие друзья, сегодня в 8:30 утра в городе Томске на съемочной площадке произошла ужасная трагедия с любимым нашим российским актером Андреем Руденским. Андрей Руденский является известным российским актером кино. Для многих из нас он является настоящей легендой. Многие любят фильмы с его участием. Кинорежиссер съемочной площадки сообщил о том, что Андрею Руденскому стало плохо во время съемок нового фильма. Хорошо, что в тот момент на съемочной площадке находился медик, который оказал медицинскую помощь и госпитализировал Андрея Руденского в больницу. В каком сейчас состоянии находится актер, пока неизвестно. Очень хотелось бы, чтобы с ним все было хорошо, друзья. Мы будем стараться держать вас в курсе данного происшествия, чтобы уже завтра рано утром на нашем канале рассказать вам более подробней об этой трагедии. Давайте поддержим нашего артиста, пожелаем ему всего хорошего. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.